Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу еще поделиться с вами краном. Он старый, добрый кран. Возможно, кто-то здесь уже зарегистрирован. Друзья, вспоминайте, он сначала работал, потом там пошли обновления какие-то, и он перестал работать, но тем не менее он возобновил работу. Все здесь вот как бы картинка вот это все поменялось. Называется Global High. Вот как-то так. Вот. И я зашла по логину и паролю. Он как бы данные все остались. Кто не знает, за регистрация на логин, email, два раза пароль, ставите галочку, кликайте зарегистрироваться, на почту придет письмо, нужно будет подтвердить адрес электронной почты, и почта должна быть Gmail. Вот. Значит, прежде чем здесь собирать монетки, нужно прописать адрес. Значит, идете вот сюда. Вот первая R. Вот сюда Rewards. И вот сюда прописываете адрес Zcash. Хотите на кошелек, хотите на биржу. Я вывожу на... Ну, я начала. Я выводила раньше на Binance. Сейчас я вот сюда Max Global. Значит, прописываете адрес и нажимаете сохранить. Адрес сохранен. И теперь уже раз в 24 часа. Здесь не надо как бы заходить там поминутно, раз в час, раз в день. Он на почту будет приходить оповещение о том, что как бы доступен сбор. Значит, ну здесь все просто. Вот здесь внизу можете скачать, установить себе Zcash Wallet. Кликайте. Claim. И вот такую вот сумму я получила. Вывод обрабатывается, друзья, в ручном режиме. Плюс мне вот здесь бонус дали 1.9. На 1.9 умножается, если у вас будет, вы будете собирать с браузера вот с этого Бравы, то будет больше монет. Я собираю с Google браузера, так что. И вот тут пошел отчет таймера. Через 24 часа я опять могу зайти и собрать. Так. Как я сказала, вывод обрабатывается в ручном режиме, не инстант. Далее что? Вот здесь бонусы идут, когда вот сколько? 5 дней. Завтра вот у меня будет 5 дней, как я буду собираю. Значит, и здесь идет бонус, и мы видим, что сколько здесь идет умножение, да? На 1.2, на 1.4, 4, 1.6. 5 на 1.8, и можно вот потом вот эта штучка у меня загорится, я на нее кликну, и появится здесь окошко такое, можно крутить колесо, и рандомно также можно выиграть до 0.3 Zcash. Выпадет сумма, и также она пойдет на ваш кошелек. В ручном режиме, друзья. И реферальная ссылочка опять вот сюда. Мой реферал. И вот здесь находится реферальная ссылочка. Вы кликаете, ссылочка копируется. Все. Так, далее что? Пойдемте на биржу. И будем смотреть мою монетку. Замечательная биржа, альтернатива Binance. Как я сказала, я раньше на Binance выводила, но по бирже по этой я не делала видео. Потом позже, может, я запишу что-то у меня. Так, где мой Zcash? Вот он. Сейчас. Да ё-моё. Вот он, Zcash.
И у меня на доллар 14 центов криптомонет. Видим, вот она моя сумма. Вся. Так, и если я кликну депозит, ссылочку на биржу я оставлю в описании под видео, если кого заинтересует. Можете зайти погулять. Значит, ну я что-то не то. Подождите, друзья. Так, Zcash. Вот он, Zcash, и вот депозит. И вот важная информация. Если вы захотите сюда выводить, сюда кликните, подтверждаете. Вам генерируется адрес кошелька. Вы его копируете, как я вам уже показывала. Прописываете на экране. Но это я сюда вывожу. Вы же можете выводить куда угодно. Значит, и вот мои монетки. Всего доступный баланс. И далее вот моя история депозитов. Так как я завожу на биржу, значит, это я делаю на биржу депозит. 26-го последний раз я делала как бы сбор. Еще монетки не поступили. Сегодня у нас 30-й. Как бы здесь транзакции. И все это все поступает. Все успешно. Вот. Ну, в принципе, тут уже ей больше нечего показывать. Так. Здесь прописываете кошелек. Реферальная ссылочка. Это здесь не надо нам. Это тоже не надо. Это тоже. Здесь мой аккаунт. Здесь история клеймов. Потом бонус раунд история. Это тоже нам не надо, выход. А это бонусы. Вот такой вот кран. Кому интересно, собирайте монетки. Не интересно, друзья, пройдите мимо. И как я сказала, если вы будете вот, зарегистрируетесь и будете собирать с Бравы, то там, конечно, уже пойдет больше монет будет. Потому что они рекомендуют собирать с этого браузера. Ну, в принципе, я так отсюда собираю. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.